Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поддерживает и болеет за футбольный клуб «Спартак». Анна Щербакова периодически приходила поболеть на футбольный матч «Спартака». И на предыдущем матче «Спартак-Локомотив» к ней подошли представители команды и предложили в следующий раз нанести символический удар по мячу. Кстати, «Локомотив» поддерживает ее подружка Алина Загитова. «Динамо» поддерживает Евгения Медведева. Символический удар перед матчем «Спартак-Урал» – мой первый символический удар по футбольному мячу. Немного волновалась. Спасибо «Спартаку» за поддержку. Вперед к победе! Написала Аня на своих страницах в интернете. Кстати, Аня никогда не играла в футбол. И это был действительно ее первый удар по мячу на футбольном поле во время футбольного матча. А сейчас Анна Щербакова готовится к шоу-турниру по фигурному катанию 18 марта. Всем удачи!